Всем привет, добро пожаловать на канал Степлер. Мы с вами продолжаем проходить Дети из Сайлент-тауна. Так, нам надо выяснить, как помыть тарелку. Как открыть следующие плиты, так сказать, заполнить чаши водой. Я очень туплю. Походу надо где-то спеть песню, но где, непонятно. Давай цифра 1, наверное. Отмена. Ой, как же это все сложно. Так, ладно, давай сюда пойдем. Что-то есть вообще, нет? То есть в той серии, вот пробежать здесь песенку проверить, нет? Нет, да, как бы нет? Понятно, чё. Ой, раз, два. Понятно. А, теперь посложнее, да, я так понимаю? Появилась статуя, только у нее нет емкости. Теперь у нее есть емкость. Вот сюда. Тут твое законное место. А... Хорошо, а как узнать, что... Подожди, есть... А, 4 нету вроде бы, да? Это 3. Ну, точно не 2. Значит, 4. Браво. Ну, давай будем проверять каждую теперь, конечно. Да. Окей. Это мы забрали, получен осколок. Емкость заполнена. Это замечательно, что емкость заполнена. Это чё? Тут мы заполнили все. Я теперь не догоняю. Осталось только... Та и та, да, я опять закрыл окно. Как вот тут-то сделать? Сколько-то надвое. Очень сильный туман. Интересно, какого здесь, когда идет дождь? А как ты? А что за фраза про туман? Кого-то надвое. Хорошо. Ну, видимо, надо как-то склеить, скрепить, еще что-то. Ты встаешь. И такой. Не, туда, ладно. Канает. А где нам еще чашу-то достать? Тут ничего нету, тут ничего нету. Можно вставить, да, я так понимаю. Кайф. Заел, ну может быть я все равно сумею пройти. Ладосы. Ага, вон оно что тут. Что не все, я так понял. Никогда не видел таких плодов. Давай. Ой, разойдись. Только не надо говорить, что... Ой, загадочки. Что нам надо? А что нам надо? Я понял, что нам надо. Повернуть. Красавчик. Нам надо это повернуть, и это надо зафиксировать. Нам надо это, скорее всего, повернуть. Зафиксировано сейчас будет, да? Да. Это нам надо повернуть, это нам надо повернуть. Подожди, а как я это сделаю? Нам не так надо. А вот.
попадем к монстру, но сейчас так-то не попадем. Нет. Чё? А, нам надо... А, ну все в принципе правильно. Фиксируем это, расслабляем. Да, все нормально. Ну все нормально. Эх, ты ж, Иртыш. Это мы все... Это-то понятно. Убираем. Оно надо... Повернуть. Все, все, изи. Изи. Типа обратно отмотал. Что раступились? Сохранение. Петлички. Не-не-не. Не-не, давай обратно. Что с вами творится? Вы там в порядке? Может, я слишком долго закрыла банку? Вот так, теперь вам лучше. Ах, нет, не бросайте меня. Я же так ничего не вижу. Давай обратно. А чё? И чё делать? И чё, куда? А в смысле? Я слышу, как листик наверху. Замечательно. Ну, ты не знаешь. Замечательно. Даже луну. Я вижу что-то сияющее. Может быть, я смогу достать? Может быть. Я-то ничего не вижу. Ай. Снова рассеяно. Ненавижу этот лес. Никогда не говорит такое про лес. Он тебя сожрет. Где я сейчас? Так темно. Даже вещи не найду. И этот нескончаемый поиск. Я что-то много не сделал, мне кажется. Хотела бы я знать, где мама. Найду ли я ее вообще? Не следовало уходить одной. А с кем бы ты пришла? Назад дороги нет. Да и в любом случае, никто из деревни со мной бы не пошел. Нужно найти способ добыть свет. Начнем с хвороста. Ты кто? Это? Чудови? Можно спеть? Я спою. Я петь умею. Почему я не умею петь? Иди давай. Не-не-не, никакой кочерги. Да почему нет-то погладь? Погладь. Ладно. В смысле? И чё мне? И чё мне делать? А мы так и будем лежать, да? Так, хорошо, вот кочерга, возьми кочергу, не знаю. Нельзя. А что сделать-то надо, алло? Игра, ты чё? Песня леса, детская песня. У меня больше ничего нету. Не, ну мы можем так всю игру. Так брось на него кочергу.
Игра. Что надо сделать-то, алло? Люси. А, ну господи, получит. То есть кочергой я не мог бросить, а камнем я могу бросить. А ты чё, добренький, что ли? Ну, понятно, что был что-то добренький. Это косик. Ну, стопудов. Пока древний голос эхом рассыпался по лесу, Люси лишилась единственного известного ей предопределенного чувства страха. И в освободившемся пространстве теперь могло прорасти нечто новое. Надежда. Братиш, ты кто? Это просто невероятно. Мы всю жизнь жили, укрываясь в деревне, страшась вашего рычания, но... Хотя я все равно не понимаю, что случилось с мамой. У меня ощущение, что я еще очень много не понимаю. Мама должна быть еще где-то в лесу, но я не могу найти ее сама. Мне нужна помощь. Так попроси у него помощи. Пожалуй, у меня есть план. Если бы жители деревни знали, что на самом деле вы не опасны, они начали бы искать пропавших людей. Даже папа мне помог бы, наверное. А как показать, что они не страшные? Я боюсь, что они не поверят мне, но... Я должна идти. Когда все закончится, я вернусь к вам. Что? Ты хочешь помочь? Что я такое говорю? Ты же не можешь меня понять, но если бы ты был со мной, все было бы намного проще. Давай, пошли. Этот ствол кажется не очень надежным. Не уверена, что он выдержит нас обоих. Но поодиночке-то вы можете пройти. Нужно идти по одному. Стой здесь, сначала пойду я. Нет, подожди. Как мне выразить свою мысль? Как, песни, ё-моё. Песни. О! Сработало. Так, подожди здесь. Отлично, теперь можешь идти. Не пойдешь? Так потому что надо спеть. Ага, кажется, я начинаю понимать, как с тобой общаться. Пойдем. О нет, мы тут застряли. Как нам подняться? Ну как тебе? Давай. Что? Я могу встать тебе на плечи? Ну ладно. А он как заберется? А, ну да, конечно, он-то может собраться. Ничего. А, я теперь могу ходить с ним, что ли? О, слушай, братан, подсоби. Ты ж моя умничка. Он слишком высоко. И чё? А можешь? А, я могу сам залезть. А, не, стой. Не могу достать. Ты можешь достать. У тебя есть кочерга. У тебя нет кочерги? Ну.
А. Да, я понял. Нет. Подожди, слезь. А ты можешь залезть на него? Так, да сюда ты 100 пудов достанешь. Чётенько. Командная работа, братишка. Как я назову? Будешь снежик. Получена странная руна. Руна хренуна. Так. Пошли со мной. Всё? Ты готов? В смысле? А, наоборот надо, да? Всё, сюда иди. Сюда иди. А что нам тут делать? А, нам сюда, да? А ты пройдешь тут? Братиш. Ай, понятно, ты тут не пройдешь. Ща все сделаем. Ща все будет. Ща все. А куда ее? Подожди. А куда руну сунуть? Тут же нигде рун не было. Я не ошибаюсь. Или сюда? Нет. А для чего руна? Ну, точно не для этого, потому что тут все нормально. Только если для этого. Руна. А зачем нам руна? Непонятки. Пацан, подожди, пошли обратно сходим. Так, ты же тут ничего не сможешь сделать? Ага. Тик-тик. Как орешки щелкают и загад... Так, появилась дверь. Что это? Еще один странный каменный символ. А, все, понял. Так, стой. Стой, сюда иди. Жди здесь. Ути, умничка. Молодец. Что на двери, на ней трошки не углубление символов. Понятно, это с другой стороны открывать, скорее всего. Нет, не уходи! Не уходи! А как тебя тут оставить? А, подожди. Иди. Иди. Все, молодец. Это немножко не для этого, да? Открылась, Паш. Вот теперь пошли за мной. Пошел? Пошел, красава. Что это такое? А это что такое? Кто это мог нарисовать? Мы получили наклейку. И получили достижение. Огромная, древняя, с виду стела. На ней начертано. Когда лица становятся масками, когда мысли обретают форму, когда звук превращается в молчание... Остальная часть стелы разрушена, я больше ничего не могу прочитать. Здесь небольшое отверстие, снаружи у него проходит свет. Кто знает, куда оно ведет?
Спасибо, друг. Надеюсь, ты... Надеюсь, я не тяжелая. А ты за мной сможешь? Ты сломал, да? Тебе не больно? Подожди меня, я поищу обратный путь. И где же я? Природа везде себе пути пробьет, да? Или хотя бы попытается. Дерево, кажется, засохло. У меня есть кочерга. Она кажется не очень устойчива. Может быть, я смогу его подтолкнуть? Ну смотри, какая полезная кочерга вообще. Хорошая идея. Классная идея. Спасибо тебе, старый грязный ящик. Ты спас мне жизнь. Прости, Люси. Я не думал, что так все будет сложно. Отлично. Так, там циферка 1 была. Да, циферка 1. А вот ты где. Ты какой умный, а. Так, влево. Админ. Погнали. Так, подожди, а рисунки на скале? Да пофиг, я доверяю этим. Ты какие они милашки вообще. Так. Кайф. А, подождите. А, это не сюда, это в другой стороне, да, немножко? Там где-то цветочная поляна есть наверху. Нам надо, скорее всего, туда будет сходить. Да? Люська. Прекрасно, теперь найдем выход отсюда. Пошли. Пошли, 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 сладенький ты мой. Так, сюда остановись. Сиди. Блин, надо было пятерку нажать. Подожди, ты со мной пойдешь, да? Да, ты со мной пойдешь. Подожди. Я немножко туплю, подожди. Право. Ты загородил мне. Я... Ладно, я вижу. Право. Право. И еще раз право. Спасибо. На отмену. Погнали. А, вон куда еще подстегнуть нужно. Но все равно надо будет туда сходить, посмотреть, что это будет. Так, сюда иди. А, не то, прости. Пел, умничка. Теперь я. Кайф. Так, пошли. Там есть где-то полянка. Ты должен мне с этой полянкой помочь, скорее всего, да? А... Красавчик. Это целое поле фибискусов. Невероятно, как их тут много. А? Я снова слышу эту песню, теперь она звучит ближе. Вы получили ноту. Кайф. Я знаю, какую ноту я упустил. Братишка, ты со мной. А где звук? Ладно. Может, нас новой ноте обучит мама? Скорее всего. Так. Ты. Да. Главное не заплутать, хотя можно было на сечки ставить. Так, тогда. Да.
Я кочергу потерял. В смысле? А как я без кочерги? Получилось, теперь мы можем забраться. Погнали. Я надеюсь, жители деревни нас не прибьют за то, что мы сделали. Пойдем. Без твоей помощи я бы так далеко не забралась. Готов. Ой, что случилось? Ты неуклюжая девочка. Тут был оползень. Ты здесь? Ты меня слышишь? Я должен отсюда выбраться. Подожди, ну уж. Меня слышат. Пошли. Такой большой камень необычной формы. А что ему надо сделать? Так, сюда иди. Тут был оползень. Нужен какой-то способ выбрать эти обломки. Может, я смогу пройти? А теперь верни, пожалуйста. А как? О, подожди. Это может пригодиться. Ля-л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 я. Как ты ж... Эй, Лиана, это не Лиана, это глупенький этот. Ты... Стой! Умничка. Ты это возьми. Тоже умничка. Давай, камень мой этот, оп. Сюда иди. Ох, камень застрял. Камень продвинулся сюда и застрял. Мне почти удалось. Давай. Брось. Молодец. Пошли. Сюда иди. Получается, давай. Что на голову? Да, давай, еще ниже упади, конечно. Чего нет-то? Где же я? Ну, еще по чуть-чуть. Я застряла. От плохого к худшему. Как мне отсюда выбраться? На помощь, я здесь. Если я упаду с такой высоты, будет очень больно. Давай что-нибудь споем. А тут больше ничего нету, ох. Ты пришел? Как ты добрался? Ну и там, я на тебя спрыгну. Ух, получилось. Ты прошел здесь, да? Наверное, там есть выход. Ну же, идем домой. Домой? Ты уже его домой зовешь. Слушай, Косик, кстати, обидится, если ты его с собой приведешь. Никто не знает, что скажут жители деревни, когда увидят. Они охренеют. Надеюсь, они не испугаются. Они охренеют. Не волнуйся, я объясню им, что бояться нечего. Как ты им объяснишь, если они не понимают тебя? Смотри, вон он. Выход, пойдем со мной, пойдем же. Такое ощущение, что они его убьют сейчас. Это очень плохо. У нас же нет ружья в деревне. Надеюсь. Люси поняла, что вернулась домой, когда звуки леса сменились хорошо знакомой тишиной. Те песни, которым жители деревни всегда были глухи, все еще звучали в ее голове. О, надо, кстати, может, не надо. Возможно, как при болезни, которая проникает в тело, распространяется и усиливается. Сначала затуманился их слух, а потом и другие чувства. Они в ней видят эту, что ли? Ооо.
Ой-ой-ой-ушки-ой-ой. Это, наверное, мама. А у меня четвертой песни нет. Ее голос, ее шепот, противостоящий злобе жителей деревни и дошел до детей, продолжавших верить. Это они пробили стену и открыли путь для тех, кто глубоко в душе больше не хотел никого терять. Ох ты ж, красота. И все же, разве это могло что-то... Как могла одна единственная нота быть услышана в этом упорном молчании? Эти два мира, всегда разделены, не могли измениться за одну ночь. Ни один мост не мог соединить два столь далеких берега. Должна быть четвертая песня, мы все были уверены в этом. Все, кроме одного ребенка. Ребенка, который увидел и никогда не забудет. И который теперь будет учить других, что нет такого правила, которое нельзя было бы переписать. Ой, она выросла. Надо было сохраниться. С тех пор, когда ветер шепчет в листве деревьев, сокрытых в тенях бесконечного леса, мы слышим эти светлые песни. И слушаем, приглядывая за теми, кто сделал свой выбор в пользу будущего. Куда мама пропала? Ощущение, что вот это мама и все пропавшие люди. Возможно. То есть... Детская песня? А, выберите детскую песню, подожди. Давай это все пропустим. То можно все пропустить? Ладно. А можно пропустить? Ладно, давай быстрее. Да-да-да. Услышь мой голос, сделай выбор. А меня за это не могут случайно наказать, бан поставить, нет? Так. Подожди, ну, скорее всего там игра. Глава один! А, я могу сразу... 1, 2, 3, 4, 5. А, я смогу сразу... Блин. А их всего 4 песни, а где четвертую-то услышать? А четвертую, скорее всего, там камень был. Да, там, скорее всего, можно было узнать. И всего 4 концовки. 4, скорее всего, концовочки. Потом, наверное, запишу их, если будет возможность 4 концовки записать. Так, ну, игра, кстати, довольно-таки интересная. Так что скачивайте эту игру, скачивайте эту игру. Она вам на вечерок, так сказать, зайдет вообще. Ну ура, отлично. Думалку подтянет. Наверное, как у меня. Наверное. Так, что еще? Ну, наверное, в принципе, игра хорошая. Скачивайте ее, покупайте ее. В Steam ее можно купить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока.